Привет! Сегодня вот такой у меня глюкофончик на обзоре. Это старая модель 81 года. Нет, не 81, просто 81 номер. Он у меня валялся, я его делал давно, года два назад. Он уже весь проржавел, и вот я решил его восстановить. Вот, восстановил, покрыл лаком. Настроил в тональность си минор, ой, соль минор, пентатоника соль минор. Получился такой вот инструмент. 30 сантиметров в диаметре, 10 лепестков. Сейчас послушаем, как он звучит. Это был звук палочками, теперь руками. Кто-то там пикнул. Ну ладно, не буду перезаписывать. Спасибо за просмотр. До свидания.